Не наебешь. Электронная цабара, электронка. Декс. Смотри, какая охуенная, блядь. Черная. И вкус кофе. Здесь кофейные зерна, блядь. Вообще пиздец, блядь. Сейчас я, сука, откуплю. Кубышку. Цена ее 200 рублей, парни. Сегодня у меня такой вейп, лава бокс и бак. Мерлин мини. Какая же связь между вейпом, бокс-модом и электронной цабарой? Это же не серьезно. Электронная цабара и бокс-мод с баком. Ребята, а я сейчас хочу связь эту обнаружить. Что круче? Классный лава-бокс с охуенным баком. Или за 200 рублей, казалось бы, обычная электронная сигарета. Декс! Со вкусом кофе. А что же, кайф не будет курить? С кнопкой. Бокс-мод, тут батарейка, блин. Аккумулятор очень тяжелый. И сам бокс-мод сделал из авиационного алюминия. Или невесомая электронная сигарета. Бокс-мод, вообще любой вейп, в принципе, он не похож на сигарету. А здесь, блядь, на сигарету похоже. И кнопку не нужно нажимать. А здесь постоянно давишь клавишу. Ладно. Короче говоря, сегодня в бак я залил жижу. Махорка. А здесь вкус кофе. Так что же лучше и круче? Посмотрим, что нам предлагает Dex за 200 рублей. И рекомендую ли я вам брать эту электронную сигарету. Электронная сигарета, бокс-мод. Я не могу назвать электронной сигаретой. Какая нахуй электронная сигарета? А вот это уже электронка. Ладно, откупорим кубышку. Вкус кофе, электронная сигарета, Декс. Такая заглушечка здесь, блядь, пломба. Ныряешь пломбу в пилотку, а там целка. Ногтем ее захуярить. Но мы не будем ногтем хуярить, блядь. Мы берем мой охуительный, блядь, стальной немецкий набор. Выуживаем отсюда маленькие ножницы, блядь. Некоторые ебаны открывают, блядь, как-то зубами, блядь. Нахуй нужно, блядь. Для всего есть свои специалисты и для всего есть свои причиндалы. Есть ножницы. А если у вас есть баба и у нее есть, блядь, теща, ее мать, блядь. И она говорит, ну-ка возьми-ка, блядь, сынок, и на даче нам помоги разгрузи какие-нибудь колеса, блядь, или шкафы. У ебаны что делают? Они действительно помогают, блядь, разгружают, блядь, наебывают тем самым поясницу, позвоночник себе, блядь. Теща-то похуй. А нормальный парень что скажет? Мама, он теща так говорит, потому что теща это вторая мать. Маманя, ты знаешь, что на все есть свои специалисты. Вот, блядь, позвони в службу, блядь, и закажи себе, блядь, грузчиков. А про себя подумай, тварь ебаная. Быстрее бы мне от них съебаться, блядь, от этой бабы и от этой тещи. Живи один, блядь, будь как я, еб твою мать, блядь. Дрочи. Дрочить-то лучше, чем терпеть какую-то бабу и тратить на нее, блядь, нервы и деньги. Да хуя плюсов. Нет никаких тещ, блядь. Ну и так далее. Ладно, это другая уже тема, блядь. Вот ножницы, блядь, вот пломба. Декс. Электронная сигарета. Разрезал, блядь, пломбу. Нормальных вот, блядь, и откупориваю. Хуяк. Коробочка охуительно сделана, посмотрите. Очень красивая коробка, блядь, поработали для дизайнера, пидораса, блядь. Над дизайном, блядь, этой коробочки. Очень приятная, блядь. И название такое охуительное. Декс. А вы знаете, что электронные сигареты Понс уже, блядь, не выпускают? Так что Понс это уже не актуально. Есть ли разница, блядь, между Понсом и Дексом? Сейчас, блядь, проверим. Ладно, блядь, откупорим, пацаны, блядь, кубышку. Извлекаю, что же тут находится, блядь, за 200 рублей в этой коробке Декс. Оп! Однако, может быть, здесь что-то еще есть, какие-то, блядь, бабки. Да нет, блядь, бабок нет, какая-то, сука, блядь, там бумага. Это там, блядь, бумага нас ждет, ебаная. О, Декс, электронная сигарета. О, так здесь дохуя вкусов, нихуя себе. Адреналин, кола, апельсин, шоколад, клубника, черная мята, персик, вишня, мята и так далее. Арбуз, банан. Нормально, ребята подошли, блядь, к делу. Кстати говоря, блядь, это не реклама. Если у ёбки на моем канале думают, что это, блядь, реклама, хуй, даже не будет ссылки, блядь, внизу. Поэтому пацанчики из Декса мне нихуя ничего не забашляли и не проплатили. Тем не менее, блядь, все равно мне до пизды. Если будет говёная сигарета, блядь, и вкус у нее будет кофе галимый, я скажу, что это говно. Если заебись, я скажу, что это заебись, блядь. Но в любом случае, блядь, из Декса пацаны подошли заебись к делу. Охуенная аннотация, блядь, оформлена. И радует, что еще, блядь, дохуище вкусов пацаны сделали. И 200 рублей на данный момент, блядь, это ну нихуя, блядь, не бабки. Если у ёбки думают, что это, сука, я фашист, блядь, фашистский крест, блядь. Так ты, уёбок, блядь, не знаешь историю. Это крест, блядь, рыцарский. Фашисты, уёбки, блядь, они просто позаимствовали, блядь. Вот если была бы здесь свастика, это другое дело. Но я, блядь, не фашист. Аннотация охуенная. Нахуй. Ребрендинг. До этого сигареты назывались не Dex, а Nex. Ребята, они пишут, что это высокий уровень качества. Рецепторы эксперта никто не может обмануть. Никакой разницы между Понсом и Dex'ом вообще не наблюдается. Ребята, они пишут, что здесь натуральные
ароматизаторы, блядь. И это охуенно, блядь. Кофе и натуральные ароматизаторы. Вкус должен быть, блядь, охуительный, блядь. Короче говоря, разницы никакой между понсом и этим нет. Смотрите, блядь, что понс сделали так, что эти сделаны вот так же однозначно. Поэтому в Цибаре я уже вижу, что, блядь, Dex написано здесь балабаба понс. Никакой разницы вообще бы я не заметил, блядь. Ножницы хватаю, блядь, откупориваю кубышку, блядь. Вот эту вот слюду я сдрачиваю, блядь. И сдрачиваем этот, блядь, сука, блядь, целлофановый нашлепник. Гандон. Оп, сдрочили. Она очень тяжелая и охуительно, да? Блядь. Короче говоря, смотри, я его уже понюхал и уже кофе, блядь, тащит. Я уже могу свидетельствовать, блядь, что действительно здесь, блядь, натуральные ароматизаторы. Потому что химию, блядь, чувствуется, блядь, но сразу. Блядь, очень приятно, особенно после вот этой вот хуеты. Ребят, не брать. Полная параша вот это вот, блядь. Просто забракованно. Фидель. Никому не брать. Вот это вот дерьмо, сука, блядь. Я все высосал, блядь, еле-еле, блядь. Блядь, я реально притащился, блядь. Понс и вот эта вот концепция, блядь, он то же самое, блядь. Короче, 200 рублей стоит однозначно. Но сейчас попробуем, блядь, на вкус. Та же, как у понса здесь сделана лампочка. Сейчас будет загораться, как будет сосать, блядь. И вот это вот силиконовое, блядь, чтоб не улетучился, блядь, ароматизатор, блядь. Сдрачиваем. Все, заебись. Вот силиконовый этот ебаный колпачок, блядь. Каменчик горит, мороженое все, я уже захуярил, бля, мой импик, блядь, в пизду его, нахуй, не понравилось мне это мороженое, блядь, дерьмовое, нахуй, ебаное, вот именно это, не именно мой импик, блядь, а именно эта модель, просто обычная хуйня, там дохуя вкусом у мой импика, блядь, стоит брать, а вот это вот просто обычный, блядь, ванильный, параша, блядь. Ребят, все, пиздец, блядь, делаем первую затяжку. Визуально сигарета очень охуенная. Здесь такая, блядь, полоса, блядь, под цвет кофе, написано мелким кофе. Короче говоря, дизайнеры вообще просто молодцы, блядь. Здесь такая же соска, блядь, как у понса, блядь. И здесь такая же лампочка. Короче, то же самое, что и понс, блядь. Еще раз, блядь, если бы было написано здесь понс, я бы не догадался, что это, блядь, Dex. Ребят, хуярим первую затяжку, блядь. Моя киска, пришли телеграмму, я из слов твоих песню составлю. Моя киска, пришли мне в подарок твоих утренних губ отпечаток. Ребят, в конце ролика обязательно будет, блядь, охуенный клип. Вот такая вот песня, блядь, слушаем, блядь, и наслаждаемся, получаем, блядь, оргазм для тех, кто, блядь, в танке. Она такая тяжелая, она очень приятно лежит, блядь, в руках. Я вообще являюсь поклонником, блядь, данного форм-фактора, блядь, электронных сигарет. Да, это охуенный бокс-мод. Лава-бокс фирма, блядь, бокс-мод охуенный. И охуенный, блядь, бак Мерлин Мини. Мы сравниваем, блядь, это легко. И действительно, я когда беру в рот, блядь, в ротовую полость, блядь, эту никотиновую соску, блядь, я действительно получаю, блядь, большое удовольствие, потому что она воспринимается как, блядь, сигарета. А вот этот бокс-мод, блядь, любой бокс-мод, блядь, не воспринимается как сигарета. Он тяжелый, блядь. И надо, блядь, давить кнопку. Давить здесь кнопку не надо. Форм-фактор, блядь, бокс-мода, блядь, просто отсасывает, блядь. Потому что здесь реальная сигарета. Еще раз одну затяжечку здесь. Я взял полторы никотина. Под каминчик, охуенно. Кнопку, блядь, давить не надо. Берешь вот так вот в руки, как действительно сигарету. Здесь же постоянно, блядь, задействован палец. Меня это вообще раздражает, блядь. Да так выбешивает. Постоянно, когда я хочу, блядь, пососать, блядь, бокс-модно, я постоянно вынужден, блядь, давить клавишу ебаную. Ну-ка, видите? Сосу, ничего не будет. А здесь сосу, ничего не надо давить. О. Загорается лампочка. Что добавляет визуальному эффекту, блядь, я получаю, и вы получите еще больше удовольствия. Потому что скажешь, что действительно, блядь, ты куришь действительно сигарету, и это, блядь, уголек тлеет. Здесь же нихуя не тлеет, блядь. А что вдохнуть, не нужно же кнопку, блядь, нажать. Шумит. Ой, блядь, ебануло. Жижа ебануло, блядь. Обжегся я. Ну что это такое-то? Ну нахуй не нужна твоя мне пизда, твоя мне пизда. Нахуй не нужна твоя мне пизда, твоя мне пизда. Вкус никакой, это просто жидкость никакой вкус, блядь. Если нормальную жижу, блядь, залить, то будет охуенно. Конечно, это жижа, блядь, реально кофейная, блядь. Ни в какое сравнение с жидкостью не идет махоркой. Но мы сравниваем сейчас не жижи, блядь, кайф какой получаем мы. От бокс-мода, блядь, и электронной сигареты, блядь. Кнопку постоянно раздражает давить, тяжелый, блядь, ну-ка. Ненавязчивый вкус, блядь. Короче говоря, синтетика, если есть, то, блядь, она на дальнем плане. Хорошие они используют, блядь, ароматизаторы, потому что знают, пидоры. Если они будут использовать говёный ароматизатор, блядь, Dex, то брать, блядь, никто не будет. И что, звездный мальчик возьмет на обзор, блядь, данную Цибару и просто так ее, блядь, засрет. И брать никто нихуя не будет, блядь. Здесь для языка, блядь, вот такой вот мягкий силиконовый колпачок. Вообще не раздражает, блядь, на язык.
приятен, блядь. Если зубами я хуяю, блядь, тоже приятный, блядь. Он не жесткий, блядь, он нежный. Приятно, блядь, кнопку давить не надо. Допустим, я сижу и монтирую, блядь, видос. Как я буду, блядь, курить и видос, блядь, монтировать? А монтаж видоса очень долго занимает. Смотрите, блядь, я монтирую видос на своей охуенной клаве. Корсар, блядь, за 12 косарей, или сколько она стоит, блядь. Монтирую. Двумя руками, блядь, две руки задействованы. Мышка задействована, блядь, а вторая рука на клаве. А как же я буду курить? Как я буду сосать, блядь, если в руке у меня бокс-мод? И нет такого форм-фактора, блядь. Мне же нужно этой рукой нажимать, блядь, кнопку. Как я буду монтировать и кнопку нажимать? В рот его не ставишь. Он, блядь, тяжелый, он тут же упадет. Да если и в рот я его вставлю, кнопку-то чем я буду давить? У меня что, третья рука, что ли, есть? Уже не катит. Здесь же я беру в рот Сабаро. Смотрите, монтирую и курю, как обычная сигарета. Я звездою быть хочу, я ебал мне в пизду. Вот за что я люблю электронные сигареты данного форм-фактора. Вот эту вот хуйню электронной сигареты я вообще назвать, блядь, не могу. Какая нахуй пизду сигарета? Вот сигарета, действительно, классическая электронная. Классная цибара, пацаны, блядь. Бокс-мод и электронная сигарета. Кто же здесь отсосал? Отсасывает, ребят, бокс-мод. Неудобный и нефункциональный. Параши и уйти, блядь. Вот действительно истина. Все что угодно делай, блядь. Хоть разговаривай, хоть монтируй. Я даже с ней разговаривать могу, блядь. Да, тяжелая, тяжелее, чем обычная сигарета. Но ни в какое сравнение, блядь, не идет с этим. По сигарете, просто как Декс. Да, рекомендую. За 200 рублей, блядь, лучше не найдешь, блядь. Хороший ли вкус? Ясен хуй, ёпта, блядь. Вкус кофе. Синтетики мало. Действительно используют пацаны натуральные, блядь, ароматизаторы. Четко. Заебись. Охуенно. Вкус кофе вообще ненавязчивый, блядь. Сильно, блядь, по рецепторам не бьет. И рецепторы, блядь, не перегружают. Потому что можно такие жижи себе нахватать, блядь, в которых перебор ароматизатора, блядь, и уже после пятой затяжки рецепторы уже убиваются, ты ничего не чувствуешь. Здесь же рецепторы совершенно не грузятся, блядь. Охуенно, блядь. Четко, блядь, под каминчик, с девочкой, блядь, под вискарик, блядь. Вообще охуенно посидеть, блядь. Бабки потрачены, блядь, не зря. Вообще не дерьмо, блядь. Вот думаю, скоро, скорее всего, будет видос, когда я носу в этот бак и попробую попарить мочевину. Уринотерапия? Да. А потом ролик сделаю, где я носу в бак и попарю. Думаете, я бы шутил? Я не знаю. Охуенно горит, блядь. Сука, охуенно радует, блядь. Кнопку давить не надо, блядь. И на престиж. А где же здесь народ-то? Есть, нет? Что-то никого нет, блядь. У кого спросить-то на престиж, блядь? А, эй, Вася, иди сюда. Ну чё такое? Слышь, Васёк, вот смотри, электронные сигареты попробуй. Давай. Ты что, Дворецков? Я твои видосы видел. Блин, ну кто же меня не видел? Давай, блядь. На. Ну чё, как вкус? Блядь, сейчас я. Блядь, а вкус охуенный. Мне нравится, блядь. Да, мне тоже понравилось. Слушай, а на престиж проходит? Да, очень красивый, блядь. Я бы себе купил. Ребят, ну видите, чувачка какого-то выудил из толпы, а вот у него на престиж прошел, блядь, Декс. И у меня Декс проходит на престиж. Да, нормальный чувак попался, блядь. Никак до этого. Михалков или пидорок. Подписывайся на этот охуенный, блядь, канал. С тобой Дворецков. Ну и по традиции охуенный клип в конце, блядь. Я люблю своих фанатов. Пока, мальчики. Ты пацан лучше грачи, подрачи, без бабы ты живи. Бабки трать лучше на себя, не на блять, только на себя. Не звони, сука, не звони, ведь она хочет развести. На бабло от суки ты беги, поскорей, в кайф один живи. Суки заебали, все хуебу, бляди. Не дала, получишь в рожу, на лицо, тебе я и кончу. Хочу тебя послать, понаебать. Рот открой скорее, хуй соси быстрее. Но почему я красивей, ты страшней? На себя дрочу, сам себя хочу. Ни одно не дам, я набухом хлам. Заебал твой инстаграм, хочу тебя послать. За
заебал твой телеграм. Хочу тебя послать.